Азербайджан освободил и вернул всех армянских военнопленных в страны их проживания. Как передает канал 13, об этом заявила глава управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лила Абдуллаева, комментируя претензии Армении по этому вопросу. Азербайджан привержен верховенству международного права, в том числе обязательствам по международному гуманитарному праву и международным правам человека касательно операций по задержанию и обращению с заключенными, отметила она. По словам представителя МИД Азербайджана, Азербайджан освободил и вернул всех армян в статусе военнопленных, как и предусмотрено трехсторонним заявлением по Карабаху, а также в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву. Абдуллаева довела до внимания, что в настоящее время под арестом находятся армянские диверсанты, незаконно отправленные на территорию Азербайджана через несколько недель после подписания трехстороннего заявления, предусматривающего прекращение всех боевых действий. В продолжение она напомнила, что в последней декаде ноября после окончания боевых действий в Карабахе группа, состоящая из более чем 60 человек, была отправлена из Ширакской области Армении на территорию Азербайджана. Там эти люди осуществили террористические атаки против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих, в результате чего погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Азербайджана и тяжело ранен был сотрудник компании мобильной связи. Эти лица находятся в Азербайджане под арестом на законном основании, согласно международному и внутреннему законодательству. Их судят в соответствии с законодательством Азербайджана за совершенные убийства, диверсии и другие преступления. В настоящее время Азербайджан проводит детальное расследование в связи со всеми задержанными после войны, оценивая имеющиеся против них доказательства, подчеркнула она. В то же время 4 мая Азербайджан в качестве гуманитарного шага передал Армении трех задержанных без предъявления обвинений. Учитывая то, что Армения постоянно искажает этот вопрос, наша страна продолжает расследование, обеспечивая еще большую прозрачность в отношении причин задержания, условий содержания и обращения с задержанными, сказала представитель МИД Азербайджана. Азербайджан, демонстрирующий гуманное обращение с заключенными, обеспечивающий надлежащее обращение с ними в соответствии с законом, остается приверженным выполнению своих международных обязательств, заключила Лейла Абдуллаева.